Здравствуй. Добрый. Вот у Сергея у нас очередная рыбалка получилась вот такая вот. Пару осетров, карп, ну весь набор, все, что у нас есть в водоеме. Сереж, пару слов о рыбалке. Ну, приехал за осетром, но поразило то, что вот где нет карпа, осетр прыгает всю ночь. Как не он, не ночь, а как сказать-то, под, вот, на вечерке сейчас. Начал опять гулять, где красные беседки, я смотрю, сейчас вот уходил, прыгает. И с утра часов до 10. Но, к сожалению, на селедку не берет. Все, что было поймано, поймал на комбикорм. Карп? Карп довес. Довесок? Да. Форель, резина, бомбарда, да, Сереж? Да, форель, резина, бомбарда. Сегодня она капризничала довольно-таки очень сильно. Гулять гуляет, активная, но брать не берет. Очень много ее, не знаю, как сказать, стоит карп, и она за карпом. Подальше чуть-чуть. Я понял. Шарится как за карпом, а брать не берет. Сереж, ну ты же знаешь, мы всегда рады тебя видеть. Ты как бы приносишь позитив в наш пруд. Спасибо. Поэтому удачи тебе и ждем. Спасибо. Тебя еще раз. Приедем.